официант, у курицы, которую вы мне принесли, одна нога короче другой. Простите, но я так думаю, что вы заказали курочку, чтобы ее кушать, а не с ней танцевать. В рыбном ресторане «Дюк Ришелье» постоянный посетитель, старый Исаак Фишбейн, зовет официанта. «Альберт, попробуй эту уху!» «Что вдруг?» «Исаак Матвеевич, это уха та, что вы всегда заказываете с помидором, с укропом, а ты попробуй!» «Слушайте, Исаак Матвеевич, разве был случай, чтобы я когда-нибудь подавал вам что-то не то?» «А я тебе говорю, попробуй!» «Ну хорошо, раз вы требуете, а где же ложка?» «Ох, вот именно! Догадался? Где же ложка, а? Альберт!» Тетя Соня спрашивает гостя. «Иван Кузьмич, сколько ложечек сахара вы кладете в чай? Дома одну, в гостях три. Чувствуете себя как дома?»